Один донор может спасти жизнь сразу трем людям. Для этого у него берут 400-500 мл крови плюс две пробирки. В одной определяют группу, резус-фактор и фенотип, а во второй смотрят на отсутствие заболеваний, среди которых ВИЧ, гепатит В, С, а также сифилис. Заготовленная кровь идет на разделение на компоненты. Это, значит, мы выделяем на плазму. Если необходимо, по заявке лечебных учреждений, тромбоциты выделяем и эритроцитную массу. То есть от одного донора мы выделяем три компонента крови. Эти компоненты заготавливают и хранят на областной станции переливания крови. Ежедневно сюда приходит более 50 запросов из всех медицинских организаций города. Больше всего заявок из ОКБ и ОДКБ, а также кардио-онкологического и гематологического диспансеров. Кровь и ее компоненты в основном нужны в экстренных случаях, поэтому и у нас работает служба круглосуточно. В экстренных случаях каких? Это кровотечение, операции для детей, при родах часто всего. Онкологические, кардиологические больные, то есть все нуждающиеся больные у нас получают здесь кровь круглосуточно. Все компоненты хранятся по-разному. Для эритроцитов создают температуру плюс 6, плюс 2 градуса. Это красные кровяные тела, которые лежат более 20 суток, в зависимости от консервирующего раствора. Здесь у нас первая группа. Первая положительная, три ячейки занимает, и первая отрицательная. Отрицательной крови у нас, как обычно, конечно, мало. Почему? Потому что доноров и население всего 15% имеют резус-отрицательную группу. Все остальные 85% – это резус-положительная. Другой компонент – тромбоциты. Они помогают останавливать кровотечение. Однако заготовить их можно лишь на 5 дней. После этого они приходят в негодность. Поэтому на станции переливания крови тромбоциты заготавливают исключительно по заявкам медицинских учреждений. Требовательны они и к условиям хранения. Тромбоциты у нас хранятся отдельные тромбоцитомешалки при температуре 22-24 градуса. Температура у нас сразу высвечивается и записывается на устройство, то есть чтобы условия хранения позволяли сохранить их полноценность при переливании. Однако самая большая потребность в плазме. После приготовления ее замораживают при минус 30 градусах и хранят в двух огромных морозильных камерах. Здесь умещается около 5 тонн доз. В замороженном виде плазма хранится в течение 3 лет. Однако сначала она должна пройти карантин. Для этого через полгода донора повторно вызывают для того, чтобы он сдал анализы на отсутствие заболеваний. Напомним, что сдать кровь может любой желающий. Для этого нужно иметь вес не менее 50 кг и быть старше 18 лет. Стать донором можно 10 и 11 июня на областной станции переливания крови в рамках акции «Река жизни». Ежегодно с ее помощью удается собирать более 150 доз крови. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».